Утро пора вставать, но так хочется еще поспать. У нас дождь, твою мать, все улетело. Даже отсюда все летает. Дождь. Такой классный дождь был прям. Я так спала при дожде, люблю очень сильно спать. В общем, я встала, могла бы еще поваляться, но ко мне сказал с 9 до скольки там, до 12 должны прийти вот этот техник, который сделает интернет. В общем, лучше я встану, как говорится, и встречу его. У меня всегда шкаф открыт, у вас тоже? У меня всегда он открыт, потому что всегда мне что-то нужно в этом шкафу, и он всегда открыт. Даже не пытаюсь его закрывать, потому что смысла нет. Все равно откроется. В общем, сейчас переоденусь, нанесу патчи, которые мне очень понравились. Вы знаете, у меня было до этого патчи, тоже с Китая заказывала. Всегда заказываю в Китае, там и дешевле, и дешево, и сердито, как говорится. И их надо было потом смывать, потому что становилось лицо какое-то липкое. Вот, в общем, не такое. А эти нормально, прям я вчера вся им намазалась и ничего не смывала. В общем, такие мне очень понравились. Ну, только вот шли 3 месяца, как в комментарии написали, пешком. Наверное, пешком. Вот. Хочу вот этот вот отодвинуть, потому что интернет весь у нас вон там вот. И вот чтобы он мне тут потом ничего не сломал, ничего не сделал, отодвину, там пропылесошу. Я вчера так и пыталась, знаете, что-то сделать, пропылесосить. Руки чесались, но был же праздник. А вот всегда как в праздник, говорят, черти разжигают или еще что. Хочется что-то сделать. Но я ничего не делала, ну, кроме засолки сала. Вот. А сейчас вот надо убрать. Там еще безобразие от мужа, который вот он цветок-то скинул. Так он мне не сказал, каким это образом, потому что он обиделся. Я его так спросила, типа... Говорю, чем тебе сделали мои цветы? Почему ты их хочешь уничтожить? Ой, не могу. Сало мое. Пускай, ну до вечера должно еще стоять. А, я еще сейчас буду завтракать, представляете? Хочу сделать себе овсяный блин. Никогда его не делала, но Инстаграм пестрит этими овсяными блинами. Сделала овсяный блин с красной икрой. Как вам такое? Овсянка, одно яйцо. И, по-моему, все. Больше там ничего нету. И все это выпеку. Испеку на сковородке. Уж что-то я там замерзла. Ну, пока. Пойду умоюсь. Я прям вот встала только-только. Друзья, я тут посмотрела в окно и офигела. Смотрите, как у нас холодно. У нас на этой горе никогда снега не бывает, друзья. Снег лежит. А вот гора вот, вот рукой достать. Вот рукой достать. Она тут буквально прям вот рядом-рядом. Но на ней никогда снега не бывает. А на ней снег лежит. Вы прикиньте масштабы похолодания. Смотрите. Офигеть. Охренеть. Сейчас пойду в Инстаграм выставлю тоже. Ой, холодно, прям в натуре холодно. Мороз и солнце, день чудесный. Цветы. Этот что-то вообще погибает. Вот одной фиалки, все хорошо. Надо ее сейчас занести. Вот это вроде ничего. Вот эта фиалка тоже хорошо себя чувствует. В общем, да. И этот фикус тоже, гляньте, он что-то сначала сбросил листья, потом начал выращивать их. В общем, да, вот прикиньте, снег-то лежит. Вот он прям рядом-рядом. Офигеть.
они мне, в общем, позвонили. Вот, и сказал, что будет задерживаться, потому... Я закрыла при вас. Он опять открыл! В общем, там где-то он в Гранаде, там все замело. И, в общем, там проблемы. В общем, через час он у меня будет. Ну, так сказали же, с 9 до 12, да? Вот, я и рада, что через час, потому что я еще не намарафетилась. Хотя, смотрите, мерзляк-то, мерзляк. Мерзляк. Ты замерз, что ли, да? Ты замерз, что ли? Да, моя рыба жляткая. Такая, не пойдем гулять. На улице, во-первых, дождик, холодно. А вы знаете, у него есть свитер, но я его не могу найти вообще. Надо ему новый купить, надо шопинг, на собачий шопинг пойти. Как вы на это смотрите? Вот, я пока тут вот пропылесосила. Пойду сейчас позавтракаю спокойно, в общем, без этих, без всяких, в общем, через час он сказал, приедет, вот, все хорошо, все замечательно. Здесь у нас одно яйцо, овсянка, сыр и немного соли, в общем, мне это напоминает омлет овсяный, чем овсяный блин. Ну, раз модный, то будем. Да что-то я дофига делаю. А может, нормально. Некуда спешить. Ни хрена себе блинище у меня получится. Такое вот блинище. Ай, а что ты под ногами мешаешься? Подумаешь, там чуть ли не наступила на него. Иди сюда, иди поглажу, моя рыба, шлёчка. А чё ты под ногами мешаешься? Чё ты под ногами мешаешься? Ай, ай, моя скотина такая. Скотинюжная. Ну, вен аки, ты вой дарбусит, вен аки. Вен, ты вой дарбусит, вен аки. Аки. Алло, виситу. Маму наступила на мальчика своего. Ой, ой. Не, если бы я на него сильно наступила, тут бы визга было. Ой, 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 ой. Ну, ёжень. Ой, любовь моя. Ой. И все это знаете, за чего дядь? Чуть ему, потому что да. О, видите, вы что думаете, просто так все тут? Нет, это потому что чучи дам. На, а, продажная шкура. Ага, просто так поцелуйчики никто еще не раздает. Наверное, надо уже перевернуть свой овсяно-блин и сменить, уменьшить газ. Газ уменьшить, правда, газа нету, но... Опс! О, шикардос, смотрите, какой красиво, пахнет даже вкусно. В общем, сейчас буду коркой намажу красный, буду завтракать, как аристократка. Вот такой у меня завтрак. Овсяно-блин с икрой, кофейный напиток. Наконец-то я доела икру. А то прям что-то долго она у меня, долго не могла ее доесть. Так что всем приятного аппетита, кто кушает. Чарли у меня отдыхает в комнате. Он же тут никому не даст дела делать. Чарли был закрыт, и он сейчас пулей выбежал, чтобы посмотреть, кто тут был. Ой, видите, он там сидел, техник. И вот он его вынюхивает. Скажет, чужие, чужие. Установили, смотрите, мне даже по цвету подходит. Беленький. Ой, погавкать, погавкать, побежал. В общем, по цвету подходит, беленький. Так. В общем, тут сейчас пропылесосю. У меня еще время есть. Я сейчас пойду с Чарли прогуляюсь, наверное.
попала. Вот, потому что мы сегодня опять едем на шопинг, друзья мои. Да-да. С подругой, с друзьями договорились. В общем, ну так договорились. Они попросили, ну не попросили, провести время вместе и все. Ну и на шопинг съездить. Опять в Неваду поедем. Ой, не могу. А тут рядышком что? И в такую погоду только туда и ездить. В общем, но у Карлос маленький, маленький уже, такой не маленький, учится до 2 часов, поэтому до 2 часов у нас есть свободное время. Я, наверное, поем дома, потому что если 2 часа у нас освободится, потом еще там тусоваться, ехать туда, это будет 3-4 час, я с голодухи помру. Поэтому поем дома. У меня там овощи, котлетку себе разморозила. Так, буду доделывать. Вот так я пойду на улицу, чтобы защитить свою лысину. Я, кстати, уже накрасилась. Я красивая. Я красивая, я счастливая. Только до... Это мне племянница, кстати, вязала вот эту штуку, повязку. Мне кажется, очень даже прикольно. И главное, тепло. У меня есть еще розовая. Правда, она немного большовата мне. Да, мы сейчас гулять пойдем, конечно. Как ты хотел, без прогулки думал? Вот так вот. Там просто ветер холодный. И надо лысину свою защищать. Домой добежала. Представляете, иду себе, иду. Такая намарафетенная, накрашенная, красивая. И дождь начался. Вообще, я бегом-бегом. Даже не надо румян никакие наносить. Щеки так пылают. Кровь с молоком. В общем, дела как обстоят. Я-то хотела дома покушать, чтобы, знаете, съесть там овощи с котлеткой, там на пару все дела, ну, чтобы не жиреть, да? Вот, потому что, когда мы ездим в Гранаду, мы там идем кушать в Море де ла Паста, а там, ну, из-за им нравится, скажем так. А там, как это назвать, шведский стол, то есть там бери все, что не хочешь. Ну, вы сами понимаете, соблазнов дофига. И это итальянская кухня, паста, пицца. Ну, естественно, нет, там и салаты есть, и рыба, и все дела. Ну, блин, конечно же, хочется пасты, и тесто, и все это, и десертов там очень много. В общем, я думала поесть дома, чтобы не соблазняться. Но муж позвонил, сказал, что меня будет угощать. В общем, еще один соблазн. В общем, одни соблазны кругом. Поеду, наверное, там покушаю, но с такой вот мыслью все-таки она у меня крутится в голове, взять салатики. Все. Там салат можно такой листовой сама себе делать. Ну, салатные листья, там яйцо, что туда еще накладывают? Лук, ну такой салат. Заправлять можно оливковым маслом. Надеюсь, я справлюсь с этой сложной ситуацией. И не поддамся соблазнам. Очень холодно на улице из-за ветра еще ледяного. Дождь этот дурацкий пошел. Я вот так бегом-бегом, Чарли там идет. В общем, сейчас завариваю себе чай, потому что есть-то хочется. Я ем рано, ну как, относительно рано, ну не в 3, не в 4 точно. Вот, поэтому как бы вот заварила себе чай сейчас английский с молоком. Кстати, вот этот вот, как он назвать его, овсяный блин, не зашел, мне не понравился. Невкусный. Я люблю вкусно пожрать, пускай даже и как бы это будет ппшная какая-нибудь еда, но чтобы это было вкусно. А если это невкусно, то нафиг это все делать, вот перевод продуктов, потому что это все пойдет в мусорку. А выбрасывать продукты я не люблю. Еще мне надо фруктов купить. Смотрите, осталось большое яблоко. Кстати, уже вот эти не такие, уже невкусные, кстати. И вот вчера попробовала, он вообще не сладкий никакой, ну никакой. Не знаю, то ли он наш, то ли привозной, у нас уже сезон манго отошел, поэтому не знаю, чей-то заморский может быть. Ладно, встретимся с вами в Неваде. Слышите, дождь стучит по крыше. Вот такая вот у нас погода. Но дождь тоже, это хорошо. В общем, я уже выдвигаюсь. Сейчас.
сейчас поеду заберу Вику с ее семьей, потом заберу своего мужа. Вот. И поедем. Мы помчимся. Мой аутфит красный, кожаная куртка, которую я надеваю очень редко. Сумка тоже, кстати, кожаная, которую я тоже редко надеваю. Штанишки из манго. Так, да, поехали. Мы уже пришли, вот видите, здесь всякие... У меня уже был, как говорится, обзор отсюда. В общем, я пойду за овощами. Салатики вот всякие. А вот здесь салаты делать. Ой, а тарелку-то я не взяла. И там вот рыбку какую-нибудь возьму. Так, берешь тарелку и накладываешь все, что хочешь. Трам. Приборы и все, что душе угодно. Это сладкие пиццы, вот с шоколадом, белым шоколадом, вот такие. А здесь вот пошла паста всякая, макарошки разные, там в конце рыба. А ну, нельзя снимать. В общем, вот я взяла салатик. И вот такой вот рыбу, да мясо. В общем, понятно, да? Всем приятного. Я уже покушала, быстренько сбежала оттуда, чтобы не соблазняться на всякие вкусняшки. Они там еще остались кушать, а я только уже хожу. Я не знаю, я просто хожу, Уже второй круг, кстати, хожу. Сейчас вот так обойду, потом пойду в Примарк. Полазю. Я в прошлый раз не сильно полазила, а в этот раз хочу полазить хорошенечко. А вот, сейчас в обувную зайду, посмотрю что-нибудь. В общем, да. Когда уже ничего не надо, и какой-то интерес пропадает. Музыка так орёт, пипец. Это я вам все показывала. Шопинг-влог был буквально на днях, поэтому как бы одно и то же. Приобрела себе ботинки. Дома покажу. Цвет обалденный. Вот такой цвет. Я давно под куртку искала себе ботинки. Я их увидела в прошлый раз, в понедельник, когда была. Вот. И всю неделю о них думала. Ну, а что тут думать? Заехала и купила. Сейчас я их хочу отнести мужу, чтобы, ну, это... отнес их в машину. Они все еще сидят, едят, представляете? Вот. Но им, чтобы скучно не было... Мы-то ходим по магазинам, а они там сидят, в общем. Пока, говорят, нас не выгонят. Сейчас его отдам и пойду дальше шастать. Хотела плохое слово сказать, но передумала. А то опять вдруг скажут, какая я вульгарная хабалка. Ой, не могу. Да, друзья, так тоже бывает. Я в Примарке. Здесь, вы знаете, домашняя одежда неплохая. Вот, можно посмотреть что-то. Но скидок здесь особенных нету каких-то. Поэтому, если ждать офигенные скидки, то вы их здесь не найдете. Ну, в принципе, здесь и так недорого. Вот халат 18 евро, например, недорого, да. Вот этот 12 евро, смотрите, какой шикарный. В общем... Так вот, но мне, я не знаю, уже просто хожу, смотрю. Я вот думаю, вот в таком комбинезоне дом удобно ходить. В туалет, если пойти, вот у нас холодно, да? Если ты будешь раздеваться, то есть в туалет, то нужно это все снимать сверху. И нафиг задрыгнешь. Я вот видела, знаете, сзади такая вот есть тоже расшит, ну, открыто, открываешь и, в общем, переходишь в туалет. Но нет, здесь это не тот вариант. А много всяких разнообразных. Вот это вот леса или что это? Комбинезонов. Смотрите, вот это 8 евро. Шикардос. Вообще прям классно. Смотрите. Тепленький такой. А вот смотрите, какая классная сумка.
стоит 5 евро всего, друзья. 5 евро. На зиму вообще шикарная сумка, мне кажется, такая оригинальная. Стоила 12, сейчас 5. Слушайте, ну классная даже. Допустим, под куртки вот такие вот. Вообще, магазин ходить, да? Как вы смотрите на это? Вот что приобрела, кстати, пока мы тут по магазинам тусуемся. Знаете, где наши мужья? Поехали в русский за селедкой. Прикол вообще. Ой, звонит, говорит, я тебе 2 селедки взял, что еще взять? Ой, я не могу. Я говорю, бери семечки сырые, раз уж там-то, представляете? Я уже все обошла. Ну, тут мужу купила кое-что. Ну, себе тоже кое-что. В общем, все, приеду домой, покажу. В этом торговом центре есть Меркадона большая. Хочу сейчас пойти. Я потому что уже закончила. Но мне еще никто не звонил, что меня ждут. Поэтому пойду сейчас куплю что-нибудь из фруктов. Хурму, яблоки, там еще что-то. Вот, поэтому... Вот так. Приобрела еще кое-что. В общем, сегодня шопинг не собиралась устраивать, но набрала всякой всячины. Взяла вот бананчики, сыр, мандарины, шампиньоны для супа, фанту. Сейчас пить так охота. И тут, к сожалению, хурмы тоже нет. Может быть, она уже все, кобздец, пипец, больше ее не будет. Но что-то рано. В общем, я иду оплачивать. Буду звонить, и уже все, надо уже домой идти, потому что, блин, хотела на сумбу пойти, но я, наверное, не успею, очень жаль, но ничего не поделаешь. Так вот. Друзья, я только зашла домой, и сразу вам хочу показать свои ботинки, которые я купила. Я вообще под эту куртку подбирала очень долго ботинки, ну вот я их только подобрала, поэтому, мне кажется, они идеально подходят под эту куртку. Они такие классные, блестючие. В общем, как-то вот так. Очень удобные. И мне вот, знаете, вроде на шнурке, но тут они еще на замке. Поэтому их удобно одевать, надевать. И ходить в них тоже удобно. Я люблю обувь удобную, поэтому, в общем, мне они очень нравятся. Классные, да? И с этой курткой они прям подходят идеально. Так что вот так. Чарли тут. Моя рыба дождалась свою маму. Да, свою маму дождалась. Ой, счастье мое, счастье мое. Вот, что еще купила? Купила платье одно. Оно сейчас... Там мужу толстовку купила, поэтому он уже в ней, кстати. Вот, уехал там куда-то по делам. А платье вот такое вот, оно обычное, как свитер, только длинное. Вот видите, длинное такое. И горло вот такое вот, теплое. Это манго. Что-то 15 евро, что ли, 16, не... Тихо, слегки такой. Слегки, соскучился. Да, соскучился. Соскучился. Ой, ой, ой. Иди, иди, иди. Ой, 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 мое счастье. Ой, как соскучился. Да, да, соскучился. Ой, не-не-не, у тебя сегодня немножко не было. Такая вот у нас любовь. Любовные. Ну все, там потом бананы. В общем, вот так вот. А, серьги купила, вот, смотрите. Такие классные тоже. 3 евро. Что за магазин? Киаби, по-моему. Такие прикольные. У меня таких нет больших, вот висючих. Единственный. Единственный. Но ботинки классные. И под платье подойдут, и под джинсы, и под все что угодно. Как вам? Пишите. Вот серьги, мне кажется, с короткой стрижкой. Серьги очень даже подходят классно, да?
сюда вот эти вот цепи навешать, которые у меня есть. Тоже типа золото, а-ля золото. Но мне нравится, классно выглядят. Не родятся наши дети. У нас праздник намечается скоро. Так что готовимся к празднику. Друзья, если вы не подписаны, подписывайтесь. Будет интересно. Сейчас займусь салом. Натру много чеснока. И намажу все это сало чесноком. И отправлю в морозилку, чтобы оно там... Нет, отправлю в холодильник просто до завтра. Чтобы пропитался. А завтра уже в морозилку. Заварила себе чай. Моя селедка, которую мне муж купил. Прикиньте. Две селедки и вот семечек полкило сказал. Но здесь, по-моему, больше, чем полкило. Люблю я завешивать все. Сейчас проверим. А нет, полкило. 570 грамм. Так что, а что-то много так. Сейчас посмотрю, они крупные или не очень. Наверное, не очень, потому что всегда продаются не очень крупные. Не знаю почему. Ну, такие нормальные. Опять зараза привез, купили. Теперь жарить семечки и грызть. Вообще. Вообще. А, фруктов, как вы говорили, нету. Я же купила мандаринки. Мандаринки и что-то еще, по-моему. Уже не помню. Придется картошку варить, что на днях. Селедки-то что, зря что ли пропадать? Так вот, может на завтра картошечку заделать. Картошечку мундири. Как вам такой? С салом. Твою мать. Это же все к всему. Сало, селедка, картошка в мундире. А вечером в спортзал. План составлен. Так что все, друзья. Всего самого наилучшего. И встретимся с вами завтра. Водочки может налить. У меня есть путинка там. Вы думаете, нет, что ли? Выдержанная. Лет 6 ей. Посмотрим. Но это вы увидите завтра. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.